Вообще машина предназначена уже для уборки как свежевыпавшего, так и любого снега. Слежалый снег, подъехала машина с отвалом, сгребла этот снег, снег очень тяжелый, мокрый снег. Вот такая машина справится у вас с любым снегом. Здесь мощности мотора хватает у вас и даже с запасом. На все снегоуборочные машины «Чемпион» в нашем магазине есть акционное предложение. Если вы купите такой снегоуборщик до конца октября, мы вам сделаем 10% скидку. Это раз. Красота-то какая! Лепота! Привет, друзья! Сегодняшний ролик будет для тех людей, которые реально уже сломали всю голову при выборе снегоуборочной машины. На рынке полно просто снегоуборщиков китайского производства. Все эти снегоуборщики, они практически одинаковые, перекрашенные в разные цвета. Также есть хорошие брендовые снегоуборщики типа фирмы Husqvarna, CapCadet, МТД. Но стоят они уже немалых денег, это естественно. Поэтому мы решили вам показать отличное компромиссное решение. Это да, китайские снегоуборочные машины «Чемпион», но сердце этих машинок будет стоять американский родной двигатель фирмы Briggs & Station. Сейчас я расскажу про каждую эту модель отдельно и подробно. Если же вас интересуют цены на эти машины, я обязательно оставлю ссылку на наш сайт под видео. Первая наша машина – это машина «Чемпион», модель ST656BS. Эта машина оборудована мотором фирмы Briggs & Station, мотором Made in USA. Мотор у нас будет как с ручным стартом, так и с электростартом. То есть его можно запускать от сети с помощью кнопки, можно своими физическими усилиями. Вообще данная машина, она вот, ну вот нафарширована вот просто от А до Я. В ней единственное, что не хватает, это подогрева ручек. Все остальное здесь будет. Здесь идет единая консоль управления. Мы отсюда управляем как направление выброса, так и дальностью выброса. Все идет с консоли оператора. Также здесь максимальный диапазон скоростей. 6 вперед, 2 назад. Есть взаимная блокировка ручек. У вас левая рука при движении и при включенном шнеке всегда свободна, чтобы как раз-таки регулировать направление выброса. Также эта машинка имеет разобщение колес. Можно привод сделать как на два колеса, так и на одно колесо. Захват этой машины будет составлять 56 сантиметров. Высота самого шнека 51 сантиметр. Вообще машина предназначена для небольших площадей. Но я скажу так, если у вас есть участок и не больше чем 15 соток, вам отлично подойдет для чистки дорожек и также въезд в гараж. Если у вас больше площадь, то мы тогда переходим к следующей модели. Эта модель уже тоже «Чемпион» ST861. Здесь будет мотор, тоже Briggs & Station. Тот же самый Briggs, но уже кубатура будет не 205 кубов, а кубатура будет 250 кубов. Мощность не 6,5, а 9 лошадиных сил. Также здесь увеличился ширина захвата, она уже будет не 56 сантиметров, а 61. Высота шнека те же самые 51 сантиметр имеет. Консоль управления очень похожая, как на 656. Добавили уже подогрев ручек. У нас здесь две клавиши. Одна клавиша отвечает за включение фонаря, вторая клавиша отвечает за включение подогрева ручек. По консоли управления все то же самое. Идет взаимная блокировка, у вас левая рука свободна для того, чтобы делать направление выброса, дальность выброса и переключение коробки передач. Оно осуществляется у нас, когда снегоуборщик у нас стоит на месте. Также на консольке у нас закреплены срезные болты для того, чтобы было удобно вам в поле не идти в гараж, не искать эти срезные болты, отсюда вытащили, вставили шнек, продолжайте работать дальше. Но если и такой машины вам будет недостаточно, то у нас есть для вас супер предложение. Это следующая модель «Чемпиона», моделька ST1170BS. Здесь уже все без компромиссов. Мощность такого мотора 14 лошадиных сил, а точнее 13,5. Ширина захвата 70 сантиметров. Мотор реально просто огромный, вы посмотрите на него, это мотор почти пол-литра, 420 кубических сантиметров. Автомобильный мотор реально, мощность как у автомобиля. Консоль управления такая же, как у 861, все под руками, подогрев ручек, фонарь, все есть. Но ширина захвата уже не 61, а 70 сантиметров. Шнек также у вас 51 сантиметр. Вообще машина предназначена уже для уборки как свежевыпавшего, так и любого снега, слежалый снег. Подъехала машина с отвалом, сгребла этот снег, снег очень тяжелый, мокрый снег. Вот такая машина справится у вас с любым снегом. Здесь мощности мотора хватает у вас и даже с запасом. Ну и для всех хейтеров.
Мужики, если вы хотите сказать, что эти снегоуборщики такой же шипотреб, как и все остальные, то я вам скажу, это реально не так. Фирма «Чемпион» в России находится 25 лет. На сегодняшний момент это фирма, которая реально заслужила свое уважение, как любые другие брендовые фирмы, наподобие «Хускварны», «Капкадет», «МТД» и тому подобных. Фирма имеет отличную сервисную поддержку. Запчастей пруд-пруди, везде можете найти любую запчасть. Моторы фирменные американские, поэтому советую вам рассмотреть этот снегоуборщик к покупке. На все снегоуборочные машины «Чемпион» в нашем магазине есть акционное предложение. Если вы купите такой снегоуборщик до конца октября, мы вам сделаем 10% скидку. Но если вы хотите ознакомиться с этими тремя машинами получше, то ждем вас в нашем магазине по адресу Большая Тарасовская, дом 81. В нашем магазине снегоуборочных машин представлено больше, чем 100 моделей на выбор. Поэтому приезжайте, смотрите, выбирайте. Но не надо с этим медлить, потому что у нас действует акция только до конца октября. Если вы покупаете снегоуборочную машину до конца октября, то вы получаете 10% скидка. Очень приятно. Поэтому не сидите на диване. Зима уже скоро. Приезжайте, выбирайте и покупайте. С вами же был Алексей. До новых встреч. До свидания.